Такая неплохая пластмассовая машина. С нуля сделана, ей покорились дороги всех стран. В России она выпускалась в Калуге, Милхоус это Франция, Вилдебош Аргентина и Вухан Китай. Маленький нюанс, так это то, что сия машина и Peugeot 307 те же яйца. К слову, здесь не может быть подвески Гидроэктив. Ох, красивая штука, катался я на Ксанте и на C5. Офигеть, работает просто супер. Но так механизм, конечно, прикольный. Ляпота такая LCD-шная, как прям Линкольн крутой, только меньше и дешевле. Ну и бобука, то есть неподвижная консоль руля. К слову о спорте. Да, и в спорте она есть. Теперь их сколько-то по миру? Более миллиона C4. Мало, конечно, но достойно. Что надо продавать? Кто из продавцов, кстати? То ли от незнания своего, то ли еще чего. Взял, да и так вот принизил достоинство Citroёn. А я немножко защищу эти достоинства. Хотя, собственно говоря, офицеру защищать свои достоинства не необходимо. Офицер вызывает на дуэль всяких там различных представителей французской автомобильной... Нет, не элиты. Элита является Citroёn. А все остальные это просто малолитражки. И при этом вот эта самая фирма замечательная, съездив за границу, взяла себе на прокат именно Citroёn. Кстати, ни разу не пожалела. И на Citroёn C5, между прочим, на турбодизеле, ну, по рассказам, опять же, предшественников, они сгоняли по факами и бибиками различные там Феррари. Потому что вопрос о максимальной скорости, о приемистости, это все не для французского автопрома. Для французского автопрома это комфорт, энергоемкость и, соответственно, экономичность. И все это совмещается как нельзя лучше к Citroёn. Почему я еще себе не купил Citroёn? Ну, потому что, ну, опять же, для меня, мне все-таки необходим седан по спецификам моей работы. А Citroёn C4 мне понравилось большой объем. Двухзонный климат-контроль, кстати. И, между прочим, это 5 дисплеев. Сейчас по очереди зажгем. Начнем с дисплея того самого двухзонного климат-контроля. Потом, пожалуйста, информация о том, какая температура за бортом. И куда настроен, собственно говоря, ваш приемник. Дальше что? Дальше это вообще что-то с чем-то. Я такое не видел, честно говорю. Раньше пробовал, но вот сейчас увидел, что при достижении критических оборотов дисплей становится красненьким. То есть предупреждаю, что движочек не надо перекручивать. Но перекрутить до движочек на автомате это очень даже сложно. И самый приятный такой, ух, телевизор, можно сказать. Это жидкокристаллический дисплей, который вы можете поменять режим подсветки. И там очень много сервисной информации, включая ту, когда у вас кончится бензин и с какой скоростью вы едете. Опять же, да, у кого-то вызывает сомнение необходимость неподвижной центральной консоли бубуки. Ну, в смысле, баранки. Но зато на ней очень функционально расположены все органы управления, включая громкость. И, по-моему, даже здесь Обама. Все, я влюбился окончательно. Здесь и круиз-контроль, кстати. О цене этого автомобиля Citroёn C4. Вы его сейчас можете приобрести. Bosch сервис «Магнит», что на Карла Маркса 172Б, это рядом с кинотеатром «Магнит», ну, досуговый центр, называйте как хотите.